Привет, это я, Владус Мармеладус, и со мной сегодня Савчик и Кубик! И мы будем, ребята, вместе с ними сегодня выживать на одном лаки-блоке. Выбери правильный лаки-блок, Спанч Боб Патрио. Эй, а он сейчас нас начнет вырубать! Только не, я один остался. Заспавнитесь, пожалуйста, ребята, все. Он меня не вырубил. И, короче, Сквидвард, я думаю, вы поняли. И давайте, ребята, если вы сейчас... Ты чё там? Чё, у меня сразу же сходу есть гемот на грудник. Нифига себе, ты чё, слышишь, это нечестно. Ребята, давайте так, вы поставите лайк сейчас на видео, и тогда вы, возможно, найдете соточку на улице. Это не точно, но проверить стоит. Конечно, давайте, надо проверить. И нужно еще подписаться на все наши каналы, ребята, на меня, на Савчика, на Кубика, чтобы не пропускать наши видео. Эй, блин, капец, второй лаки-блок меня вынесло. Савчик, блин, нафига ты это делаешь? А чё с Савчиком? Что я делаю? Эй, что? А где Кубик? А где Сквидвард? А меня где Патрик? Убило, блин. А, Патрик, а ну иди сюда. Ой, нифига себе, как я могу ломать зачем теперь быстро. Зачем ты меня скидываешь? Прости, пожалуйста. Потому что ты офигел, что меня убил, блин, нифига меня. Считай, что это за Кубика. Только меня не скидывай, пожалуйста. Ну, я обиделся. Ну, так и надо тебе, значит. Обиделся. Ты нафига всех убил, Кубик? Дай мне платформу сделать. Что-то все сломалось? Все сломалось, реально, правильно. Так, мы сейчас сломаем лаки... Ой, обычный блок, точнее, у меня, в принципе... Да ты зачем это делаешь, Сашик? Команда килл пользоваться нельзя! Нельзя, запрещено! Команда килл запрещена на этом выпуске. Ребята, все, это запрет. Просто... Кубик, я тебя сейчас скину, мне рука чешется. Да подожди, я пытаюсь, блин, как-то уйти отсюда. Так, ладно, я приду. Два. Ладно, все, не буду. О, у меня топовый нагрудник, надеюсь, он мне Майнкрафт не сломает. Это самое важное. Так, ты а ну-ка, давайте в броубол сыграли этим. Так, Савчик, ты нам со своей пушкой? Да не надо мне. На, я его спокойно выкину. Да хватит. Мне страшно от них. А Савчик, а ты где? Савчик сам же себе сломал спампоинт. Сам себе. Не, он спампоинт не сломал. Хорошо, что я оставил себе хотя бы чуть-чуть блоков, и я поставлю здесь тайный верстак. В общем, так, мы сделаем... Какой еще нафиг тайный верстак? Ты офигел, что ли? О, что мы сделаем? Трусы я себе сделал, ребята. Смотрите-ка, что... И нафига? Вот я хотел сломать твой тайный верстак. Ты дурак, тайный верстак мой не сломается. Но ты сломал мне все остальное. Спасибо, Кубик. Ну и ладно, пожалуйста, если что, обращайся. Ага, обращусь еще раз, конечно. У меня, если что, есть динамит, и я могу... Эй! Кубик, ты нагрудник надел, который нам Майнкрафт ломает. Снимай быстро, ой, у нас все зависло. Простите меня, пожалуйста. Быстрее, Кубик, быстрее, я быстрее. Я уже снял. Да капец! Неожиданно все было. Так, ты покупик. Мне нельзя умирать. А, фух. Этот раз было, видимо, можно. Эй, а чё я опять с одним блоком остался? Короче, ребята... Погодите, так стоп, у меня же есть тут самый настоящий батут. Подожди, Савчик, ну-ка, да, я хочу взлететь вверх. А можно мне... Так ты умрешь, Кубик, ты умрешь. Дай я взлечу, дай я взлечу. Давай. Я не умру, давай я влечу вверх. Давай вместе, да-да, полетели. Ты умрешь, Кубик. Нееет! А почему я умер? Потому что у Савчика... ТНТ заспавнились рядом. Какого фига? Так. Господи, совпадение самое вообще не подходящее. Эй, а почему я к Савчику... А, все, могу телепортнуться. А почему я к Владусу телепортироваться не могу? Привет, ребята, что делаем здесь? Подождите, подождите, надо делать посветлее. Да, посветлее, это хорошо. Да, Савчик, что у тебя спавнится? Это что за лаки-блоки? Я не знаю, Савчик. Просто какие-то ужасные на самом деле. Мне кажется, у меня Спанч Боб самый лучший лаки-блок. Ребята, у меня строится сейчас опасная платформа. Вы, в общем, не трогайте ее, пожалуйста, ладно? Ну, посмотрим. Пожалуйста, ну правда, не надо. Это единственная платформа, на которой я могу ломать лаки-блоки, поэтому не ломайте ее. Так ты ломай просто свои лаки-блоки на лаки-блоки, это же логично. Ну, можно, но это опасно, потому что у меня спампоинт может сломаться. Нет, крипер, ты чего? Серьезно? У меня чуть крипер нафиг не взорвался. Че, у меня крипер заспампоинт? Пофигу вообще, пофигу на этого крипера. Смотри, Кубик, смотри, Кубик. Ой. Че? Да я тебе случайно поставил. Савчик! Ё-моё! Нет! Фух, она пролетела рядом. Ты чё, ко мне-то... Зачем? Я просто проверил, у меня работает, не работает, работает. Так, я лаки-блоки-то свои долома. Там базука выпала. Ой. О, стоп, я поднимусь. Что это было? Так, а что у Кубика в сундуке? А почему я его не могу открыть? Я его могу сломать, но не могу открыть. Это как это так? Я ничего не понял, меня тут... Савчик, ну зачем ты это делаешь? Я, блин, еле вверх поднимался. А мы Савчика вот так вот убьем с расстояния.
Нет! Правильно, желательно поскорее это сделать. Садик, там сдох, да зачем ты это меня спикиваешь? Спокойно, дайте мне заразу, пожалуйста, ребята, подождите-ка. О, а чей это тут лаки-блок? Патрик, а можно мне сломать? Я даже не знаю. Ой, а что так зависло? А что так зависло? Так, спокойно, мне нужно допрыгнуть на свой лаки-блок. Да, делаю я это очень эффектно, конечно. Это что? Это что? Ах ты ж, блин. Так, чуваки, смотри, у меня есть такая небольшая бомбочка, можно идти ее справа экспериментировать. Что сделать? Ну, вы поняли меня, но вы меня да, поняли. Да, поняли, пожалуйста, не надо купить. Наконец-то, блин! Блин, подстава, кубик, давай, я тебе помогу. А, я до тебя не достаю, я тебе не помогу. Все, отстань, кубик. Вот, блин, ну ладно, тогда сам буду выбираться. Блин, ребята, да что за жесть у нас происходит в этой серии? Я надеюсь, вы, правда, за такую топовую серию поставите лайк. Вот прямо сейчас, если вы этого еще не сделали. Без лайка вообще никуда. Я, короче, поставил много кристаллов, ребята, только вы их у меня не забирайте. Почему три лаки-блока подряд мне ничего не выпало. Да, Савчик, да зачем ты это делаешь? Ты меня достал уже, ты можешь нормально прижать. Так, я буду Савчику мстить за кубика. На. Спасибо. Спокойно, сидим. Главное, чтоб... А, я так и думал, что ты ко мне тэпнешься. А ну-ка, ушел. Ты сломал мне платформу. Кубик, давай обратимся против Савчика, а с тобой? Давай, я вообще не против, потому что меня это все серию, блин, убивают. Это будет впервые, когда... Впервые в истории, когда Сквидвард и Спанч Боб будут вместе против Патрика, понимаешь? Иди нафиг, за Патрик, блин, Патрик, а чё он умирает, я боял? Он в геймоде просто стоит, а ты его бьёшь. Ну чё, что ли, я зачем всё время поднял, блин? Кубик аж упал просто, пока бил. О, Савчика убила сестра Боба. Ух ты, блин. Ух ты, блин. Воу. Подождите, нажмите на рычаг, там же это, рычаг есть, давай, ну-ка. О, не динамиты. Ты не можешь это как-то достать? О, динамиты, что ли, всё? Палы, хватит. Зато у меня пока что Майнкрафт даже не сломался из-за того, что... Из-за моей топовой брони. Ну ты вообще получается счастливчик. Счастливчик, о, счастливчик. Так, я буду и на этой дорожке ломать лаки-блоки, в общем. Да это жесть какая-то. Я стал уже этот Савчик, я вообще буду просто убивать команды килл. Потому что вообще ничего не понимает, блин. Она же запрещена, кубик. Но против Савчика разрешено. Какая-то фигня плыла. Вон еще одна плывет. А, это кубик. Ничего не разрешено. Так, подожди. Да, блин. Ну-ка, кубик. Прости, я не думал, что я тебя убью с первого удара. Хочешь, я тебе броньку дам? Давай я тебе броньку дам, кубик. Ты бил, как я его просто шлепнул. Кубик, смотри, бронька, вот тебе, давай. Держи броньку. Где? Вот, смотри, вот, возьми вот это, а шлем я себе достану. Вот, вот, может быть. Да? Нафига ты меня бьешь? Ах ты! Я вообще жмыхнул, ты улетел просто. Так, спокойно. Я сам даже ничего понять не успел, офигеть, боже. Так, короче, ладно. Только это не я сделал, понимаешь, кубик? Это не я, если что. Да, я понял. Да это не я сделал, кубик, это не я. Ну ты меня там тоже разочек убивал, так что? Да за что, кубик? Просто, тупо по фану, тупо по фану. Да, Савчик, ты-то за что меня убил? А, так это ты, что ли, я думал, там моб у меня... Что вы все меня убиваете, объясните. Блин, кубик сейчас с геймод на грудником будет ходить. Савчик, не, все, я его снял, чтобы было все по чесноку. А почему у меня геймод? Чё? Стоп, ты чё, четырёга? Подожди, я сломал два лаки-блока в геймоде, я их восстановлю, а потом геймод... Я его не включал, ребята, вы же видели, я не прописывал ничего в чате. Чё? Так, а где Савчик? Это мы выкинем. А где Савчик, не знаю. Савчик! Савчик! А вот он. Здорово. Он спавнит, блин, какой-то. О, бэби Савчик, смотри, какой мелкий. Короче, ребята, смотрите, что я здесь натворил. Я сломал своей базукой случайно практически все. Даже обсидиан? Чего? А сколько у меня еще отравления будет? А что тебя всего бьет просто без остановки, а? Не знаю, помоги мне сдохнуть. Да это меня не убьешь никогда в жизни. Я пропишу себе килл сам. А, я думал, я тебя убил. Да, конечно, да. Ты размечтался, кубик, обрадовался, такой убил меня. Ну так, Владус, у меня всего лишь есть два геймод-нагрудника. Я могу взять вообще любое оружие, которое я захочу. О, нифига себе, это же нечестно, ты же понимаешь. Кубик, я тебя спасу. Угу, ну спасибо. Я тебя спас тоже, смотри, я заберу тут свои лаки-блоки, только фигня какая-то вы... Да что, блин, происходит? Да почему все взрывается в этой серии? А скажите, ребята, пожалуйста, что за бред происходит? Просто происходит какая-то дичь. Какая-то дичь. Савчик, где там Савчик? Он опять притих, наверное... О, привет. Да я это, умер немозг. А, бывает. Да, мы так и поняли. Значит, ой, да, блин, у меня остается 19 лаки-блоков, Биг Бомби, хватит спавниться, ты мне не нужен. Потому что я могу его... Это чё с дела? Почему столько овечек? Мы их сейчас все раскидаем. Отсюда я могу вообще раскидать. Ой. Кажется, я устроил небольшой бум. Как ты это сделал, кубик?
У меня просто какая-то штука там выпала, я кинул на Савчика, она взорвалась. Конец тебе, Кубик, смотри. Почему? Да в смысле, конец, не надо, пожалуйста, ничего делать. Да вон, вон, это не я делаю, Кубик, я вообще ни при чем. А кто делает? Савчик. Жучара, опять он в гимоде летает. Это Савчик, нечестно ты застал. Савчик уже всю серию в гимоде, кажется, летает. А ну-ка, давайте. Вообще офигеть, жена Савчика просто. А, он не в гимоде был. Я момент-пойнт не могу прописать из-за вас. Он не в гимоде был. Потому что в гимоде слишком много летает. Он не в гимоде был, я проверил, Кубик, все нормально. Я его жмуху. Потому что уже поздно ему в гимоде, все нормально. Да ладно, один разок, прости, я тебя вообще не бил за эту серию, Кубик. Да, а я в воде когда был, кто меня швырнул? Один раз, как говорится, не дикобраз. А кто меня, когда я здесь был на платформе, ты меня просто ударил и все. За что? Было такого. Было такое, я тебя сейчас сломаю, Кубик. Я сейчас возьму базуку. Воу, я уже улечу. Вот правильно. Савчика избили там чуть-чуть. Кубик, когда ты ко мне подходишь со своим геймот-нагрудником, мне тоже дается геймот, почему-то. Это что за магия? Я не знаю, что за магия, но у меня тут миллион криперов. Я еще летать не умею. А вот умел бы летать, я бы от них как-то, ну, попытался бы увернуться, понимаете, ребята? Это ты намекаешь, чтобы я тебе дал полет или что? А, нет, я же не такой читер, как Кубик. Как сам же приходил. Ребята, у меня все лаки-блоки доломались абсолютно. У Савчика вообще вакханалия происходит. У меня все доломалось. Вообще все просто. Я сейчас помогу Кубику. Мы сделаем арену для ПВП и начнем с пацанами драться. Ну что, ребята, готовы к лютому просто ПВП? Я могу дать броню. Кому броню нужна? Нет, мы готовы всего лишь тебя убить. Получилось как-то немного нечего. Что? Я Савчика убил этой палочкой. Какого фига? Подожди, Савчик. Я тебе, кажется, с одного удара убиваю, да? Это что было? Это что было сейчас? Вы куда оба швырнулись? Я не знаю, меня как будто кто-то бесконечно в воздухе бил. Кубик, стой, возьми броню. Да у меня есть броня, отстаньте от меня. Да капец, это что за палка такая жесткая? Так, Савчик, у меня есть еще топовый меч. А, кстати, я же доставать могу очень серьезно. Так, далеко. Так, короче, у меня есть какая-то большая такая бомбочка, сейчас проверим ее, я думаю. Оп. Конечно, ожгло! Блин, это бомбочка. Не никого, просто жмыхнула на собой. А почему ты сам умер? Нет, только не бомба, я Савчика обезвредил сейчас. Потому что было опасно. Нет! Вау, почему все загорелось? Он успел кинуть бомбу, я его не успел убить. Так, Кубик, лети отсюда. Да почему лети-то сразу? Мне и так нормально было. И Савчик тоже лети отсюда. Ребята, это ПВП получилось просто дикое. Напишите в комментариях, кто выиграл. А это был Владус Мармеладу, Савчик, Кубик. Подпишитесь. Покатус.